На место сядьте. С микрофоном, если можно, да? Я оттуда выступаю. Не ломайте имущество дома, Александр Юрьевич. Ничего, не ломайте. Так, у меня вот такой тогда по мониторингу. Там батарейка сидит. Ничего страшного. Вот, вы успели столько напортачить за это время, что мы не можем однозначно оценить вашу работу. Антизаконные решения, что касаемо регламента. Абсолютно незаконное ведение с нарушением всех регламентов комитета. Комитет, по большому счету, сорвал работу последнего месяца. Принял ряд незаконных решений, что повлияло на фактический срыв Думы. Это все действия ваши, как председателя комитета, и в целом комитета, который не смог это предотвратить. Поэтому я предлагаю внести сюда именно оценку крайне неудовлетворительной антизаконной деятельности комитета и его председателя Бушуева Николая Александровича. Прошу поставить это на голосование как поправку к сегодняшнему постановлению.